Век губернии – век ивановской науки. В июне 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния, а уже в августе создан первый технический вуз в советской стране – Политехнический институт. Базой для него стал Рижский политех, который в годы Первой мировой пришлось эвакуировать из Латвии. Однако промышленный Иваново-Вознесенск нуждался не только в инженерах, но и в педагогах для школ, гимназий и реальных училищ. Решением этой проблемы занялся педагогический институт. Как самостоятельное учебное заведение, Иваново-Вознесенский политех просуществовал до 1930 года, заложив начало четырех отраслевых вузов – текстильного, сельскохозяйственного, химико-технологического и энергетического. Тогда же был учрежден медицинский институт. Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Дмитрия Константиновича Беляева – старейший аграрный вуз России. Вуз с богатым прошлым и уверенным будущим. У каждого учебного заведения есть свое лицо. У сельскохозяйственной академии – это ее главный корпус. В этом историческом здании, особняке фабриканта Щапова, учебное заведение располагается с момента основания, то есть ровно 100 лет. Тогда, в 1918 году, будущая сельскохозяйственная академия была всего лишь одним из факультетов ИФПИ – Иваново-Вознесенского политехнического института, образованного из Рижского политеха. От прародителей ей досталось ценное наследство – книги, учебные пособия и лабораторное оборудование. А вот преподавательский состав факультета почти полностью пришлось набирать заново. Но эту проблему удалось решить. Сельскохозяйственный факультет впервые открыл двери для студентов 22 октября 1918 года. Студенты с большой радостью поступали в наш вуз. Больше всего в первый год поступило на сельскохозяйственный факультет, потому что в нашем центре, в нашем районе не хватало инженеров и агрономов. К 30-му году факультет выпустил уже не одну сотню специалистов – агрономов и лесоводов. Однако процветание длилось недолго. 30-е годы стали самыми сложными, можно даже сказать, судьбоносными для всего Ивановского политехнического института. Финансирование вуза сократили, и 4 факультета были закрыты, в их числе и сельскохозяйственный. Но не работал он всего полгода. Судьбу факультета решили люди. У нас были замечательные профессора. Профессора, которые были потом и деканами агрономического факультета. Это Лавров, Кирсанов, Ласточкин, Борисов. Вот они, так сказать, поехали в Москву, заручились поддержкой Фрунзе. Они добились, они обосновали, что нельзя без агрономического факультета, что Россия пропадет и так далее. Понимаете, и они добились открытия. Это исторический фактор. Факультет удалось сохранить, но и без потерь не обошлось. Было закрыто лесное отделение. Факультет получил новое название – агрономический. Существовал он в таком виде недолго, всего одну пятилетку. Но в эти годы более половины всех агрономов Иваново-Вознесенской губернии были выпускниками факультета. Сельское хозяйство уверенно развивалось, потому в 1930 году, когда встал вопрос о разделении ИФПИ на самостоятельные вузы, агрофак одним из первых получил независимость. Тогда он стал Ивановским сельскохозяйственным институтом. Изменился и его главный корпус. Была совершена надстройка третьего этажа, так как не хватало учебных помещений. Сельскохозяйственный институт был с двумя факультетами – зоотехническим и агрономическим. Как и во времена ИФПИ, сельскохозяйственный профиль пользовался спросом у абитуриентов. Вуз наращивал темпы и развивался вплоть до начала Великой Отечественной войны. Когда началась Великая Отечественная война, вуз не прекращал своей работы. В большом составе ушли на фронт и по призыву, и добровольно – вместе с ректором и замректора, и заведующей кафедрой, и студенты, в том числе и девушки. Многие из них не вернулись с поля боя. В нашем вузе открылись и в общежитии, и в учебных корпусах госпитали. Не прекращалась, так сказать, учеба. Были выпущены много специалистов. Работали, так сказать, на полях допоздна для
так сказать, фронта, для победы. Для победы вузу пришлось не только продолжать работу, несмотря ни на что, но даже расширить образовательную программу. Войну вывез конь. Одно орудие тащило 6 коней, которые 750 килограмм. Представляете, сколько нужно коней, сколько нужно всего. А дорог в то время и машин особо-то и не было в период войны. И поэтому в 41 году, в конце года, и состоялось открытие у нас ветеринарного факультета, потому что страна и производство, и армия нуждались в специалистах, коневодах, ветеринарах. Когда война закончилась, это была действительно общая победа. Свой вклад в нее внесли преподаватели и студенты института, бившиеся не только на полях сражений, но и на сельскохозяйственных полях, кормившие армию и тыл. Послевоенное время было тяжелым, страну восстанавливали из руин. Но в то же время это был период новой жизни, и СХИ – прямое тому доказательство. Надо сказать, что ребята учились в гимнастерках, полуголодные, холодные. Пришли с фронта, но у них была огромная жажда знаний. Почти при каждой кафедре были организованы научные кружки. В то время было два стимула. Это наука, ребята учились и старались везде научные, и спорт. Наука и спорт. Не важно, что они не доедали, не досыпали, но старались учиться. Жизнь института, как и всей страны, пришла в норму спустя годы после окончания Великой Отечественной войны. Но тогда государству снова понадобились его студенты. На этот раз в более мирной стезе. В 54 году, в марте, пленум ЦК КПСС издал постановление о том, что не хватает продовольствия и надо восстанавливать и хозяйство, и, так сказать, целинные земли осваивать под производство зерна, потому что страна голодала. Поехать в глухую степь на несколько месяцев, чтобы спать в бараках и трудиться от восхода до заката. Кажется невероятным, но в те годы студенты восприняли это с энтузиазмом. Самые лучшие студенты, комсомольцы, самые передовые, спортсмены, там даже вот найти в драчку, кто поедет и на целину. И на целине были очень многие наши студенты. Вот фотографии целинников. Радостные, жизнерадостные лица. В числе этих счастливчиков тогда, почти 60 лет назад, оказались студенты Александр Мишин и Виктор Шапиро. Теперь те годы целинники вспоминают с улыбкой. Для меня ничего там сложного не было. Все вот эти условия, вы понимаете, это ведь все временно. Ну хорошо, там были озера, пожалуйста, пойди искупайся в озере, потому что тепло, жарко, мыло есть, у тебя мочалка есть, все. Значит, самое, если мочалки нет, так вот он травы набери, и травой ты оботрешься. У нас 100 человек на агронома училось, курс был. У нас были две группы ребят, отдельно девчат. Потом как-то притерлись, все хорошо, и так подружились, знаете, так здорово, такое братство было. Вот. Я до сих пор вот поддерживаю связь, уже многие ушли, понимаете, в 80 лет. Какое-то братство это до сих пор, понимаете, вот оно как-то держится. В свое время, будучи студентами, мы расшифровывали ИСХИ. Это Ивановский самый хороший институт. Если кому-то мы говорили, там, или я говорю, где ты работаешь, а вот, говорю, Ивановский самый хороший. А это что, в энерго? Я говорю, да нет, сельское хозяйство. Со своей альма-матер студенты не смогли расстаться даже после выпуска. Оба позже вернулись в Ивановский самый хороший институт уже в роли преподавателей. И теперь, когда ушли на заслуженный отдых, не могут без вуза. Ветераны регулярно встречаются со студентами. Ведь академия с такой долгой историей немыслима без связи поколений. Кажется, что 100 лет пролетели как миг, но это были годы непрерывной работы, движения вперед, развития, роста. В наши дни Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Дмитрия Константиновича Беляева не только достойная преемница сельскохозяйственного факультета ИФПИ, сейчас это современное учебное заведение, оснащенное по последнему слову. Академия добилась большого успеха в сфере подготовки молодых кадров и занимает престижные позиции на рынке образовательных услуг. В настоящее время в структуре вуза три факультета – агротехнологии и агробизнеса, ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве и инженерный факультет.
Учебный процесс осуществляют 112 человек профессорско-преподавательского состава, среди которых имеют ученую степень 82%, в том числе доктора наук 18%. Одна из самых популярных у абитуриентов специальностей – ветеринария. Ежегодно на ветеринарный факультет поступают более сотни выпускников школ. Самым востребованным уже из года в год и много лет подряд у нас является специалитет – это ветеринарная медицина. Она представлена с тремя специальностями – это ветеринария классическая, где ветеринарный врач. Затем это болезни мелких домашних и экзотических животных и ветеринарно-санитарная экспертиза – именно специалитет. Здесь очень большое количество у нас, это 100 человек, мы ведем прием, поэтому поступить очень большой шанс у тех ребят, которые сдают ЕГЭ биологию. Те, у кого вступительные экзамены уже позади, кто сменил статус абитуриента на гордое звание студента, имеют возможность постигать азы ветеринарного дела не только в теории в стенах вуза, но и на практике. На базе академии функционирует своя высокотехнологичная ветеринарная клиника, а точнее учебно-научно-исследовательский центр. С появлением специализации на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве был организован центр. Нам удалось работу построить по принципу специализации. Есть у нас хирурги, есть у нас терапевты, эндокринологи, анестезиологи и так далее. Центр оборудован по последнему слову техники. Большинство этих лабораторных анализаторов в Ивановской области единственные в своем роде. Например, последнее приобретение центра – лабораторное оборудование 21 века. Это полуавтомат биохимический, он с открытой системой. Работает, делает практически все биохимические показатели крови, также, может быть, и других жидкостей. А он выдает результат где-то спустя, условно, там 2-3 минуты, и результат готов. Рентген здесь тоже не отнимает много времени и сил, благодаря специальному электронному оцифровщику. Если стандартно использовать рентгенографию, мы делаем снимок на пленке, затем ее проявляем, фиксируем, но это занимает около 20-30 минут. Данная процедура занимает около 2 минут с момента подготовки животного, подготовки кассеты и уже до получения окончательного результата. Перечень возможных пациентов такая передовая ветеринария расширяет существенно от самых крошечных грызунов. Мы можем полностью его происследовать от позвоночника до внутренних органов, которые доступны рентгенскому исследованию. И другая грань наших пациентов – это уже более крупные животные. Вот мы достаточно тесно сотрудничаем и с 11-й спортивной школой, и с конным батальоном ППС, с полицейскими. Вот. И, опять же, лошади мы можем даже вот спину у лошади происследовать. Практика в клинике у студентов академии начинается с третьего курса. Не случайно наша кафедра именуется выпускающей кафедрой, поскольку базовая подготовка, базовые специальности как раз осуществляются на нашей кафедре. Кроме всего прочего, наша кафедра, наш ветеринарный центр являются базой для клинической практики, производственных практик, научно-исследовательской практики, преддипломных практик. Посещать центр будущие ветеринары начинают гораздо раньше, уже с первого курса. В клинике есть свои питомцы – коровы и козы. Кормят и ухаживают за ними студенты. Такой курс молодого бойца. Будущий ветеринар не должен бояться своих пациентов, должен уметь найти подход к каждому. Всегда мечтала работать с животными и им помогать. Коров никогда не видела, а сюда хожу и с ними общаюсь, и уже даже не боюсь почти. Мне нравится учиться, у нас лучшая академия на свете. Для тех, кто хочет работать с животными, в сельскохозяйственной академии, помимо ветеринарии, есть и другие направления обучения. В этом году на направлении подготовки зоотехнии мы открыли новый профиль. Это уже у нас новый профиль непродуктивное животноводство, кинология, фелинология, ипология. То есть здесь мы ребята ожидаем, которым интересно именно заниматься дрессурой, именно воспроизводством, разведением животных. Те,
те, кому ближе техника, в основном молодые люди выбирают для себя инженерный факультет. Сегодня на инженерном факультете осуществляется подготовка по одному направлению. Это агроинженерия. В рамках его у нас существует две направленности. Это технические системы в агробизнесе и технический сервис ВПК. С нового учебного года планируется еще один профиль запустить. Это электрооборудование и электротехнологии для заочной формы обучения. Аграрная промышленность не стоит на месте, постоянно развивается. И ВУЗ, готовящий специалистов для сельского хозяйства, обязан идти с ней в ногу, чтобы его выпускники были востребованными и успешными в этой сфере. Потому Ивановская сельскохозяйственная академия регулярно пополняет свою материально-техническую базу. Инженерного факультета это касается в первую очередь. С руководством ВУЗа была определена стратегия, что следует закупать, какую технику. Вот мы определились на почвообрабатывающей и посевной технике в первый этап. Гордость инженерного факультета – трактор Терион АТМ-4200. Это, как говорится, техника будущего. Кроме того, совсем новое приобретение ВУЗа – два трактора холдинга «Агромаш» и зерновая сеялка фирмы «Амазон». Все это оборудование только начинает поступать в сельхозпроизводство региона, а студенты академии уже имеют возможность изучить его работу. Быть, как говорится, в тренде. Причем все это оборудование не стоит за стеклом. Это рабочие лошадки. Трудятся на опытных полях научно-учебной станции. Каждый студент имеет возможность испытать технику в деле. Когда заканчивается блок, естественно, научных дисциплин, ребята происходят уже к практическому усвоению вот всех вот тех машин и орудий, которые у нас есть на факультете. После второго курса у нас ребята направляются на вторую учебную практику. Там они получают права категории Б, С на удостоверение тракториста-машиниста. Достаточно просто оказаться в лабораториях, чтобы понять, практический подход к обучению здесь решает все. На базе факультета успешно работают два научно-технических образовательных центра – «Контур» и «Доктор Дизель Плюс». Вот, пожалуйста, значит, перед вами зарубежная лапа культиватора фирмы «Амазона». Да, мы упрочнили ее в полтора раза. Возможность в технологии на 300% повысить ресурс этих деталей. Ребят, никакие санкции нам здесь не страшны, понимаете? На базе факультета есть также лаборатория топливно-смазочных материалов, где студенты учатся опытным путем проверять качество топлива. Окончив ВУЗ, выпускники-инженеры знают технику как свои 5 пальцев. Это не только в будущей работе пригождается. В жизни мне это очень сильно пригодится, даже тем, что я сам могу понять, разобраться, что случилось с моим автомобилем, что случилось с автомобилем моих близких, родственников. То есть, ну, сам могу отремонтировать. Инженерный профиль, он пригождается везде. Хоть в горно-перерабатывающей, там, нефтедобывающей, в пищевой промышленности, текстильной, химико-технологической там, и так далее. Мы широкого профиля готовим инженеров. Хотя больше хотим, чтобы они работали в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе. Кадры решают все, а в сельском хозяйстве особенно. Факультет агротехнологии и агробизнеса готовит специалистов, без которых развитие агропромышленного комплекса просто невозможно. Агрономия – это у нас классическое направление подготовки, которое довольно-таки специфично, но тем не менее включает в себя такие профили, как агрономия, как классическая. То есть это заинтересованность у ребят, у которых есть уже целевое направление для конкретного хозяйства. Затем второй профиль, мы открыли его в этом году, новый называется «Экономика». И менеджмент в агрономии, то есть, пожалуйста, это ребята, которые хотят заниматься конкретно уже своим делом, своим бизнесом, в данном случае в агрономии, в таком широком и интересном поприще, пожалуйста. И третий профиль традиционный – это ландшафтный дизайн наш. Для студентов этого факультета учеба действительно в радость. С установлением по-летнему теплой погоды занятия из помещений вуза перемещаются на свежий воздух. Одна из таких зеленых аудиторий – уникальный дендрарий сельскохозяйственной академии. Уникальный зеленый уголок располагается в самом центре города. Именно здесь будущие агрономы на практике знакомятся с царством растений, учатся ухаживать за ними. Если учесть, что на территории Ивановской области около 1000 видов растений, то даже вот здесь на небольшом участке около 2 гектаров
участок составляет. Здесь у нас произрастает более 1000 видов и разновидностей. Поэтому это очень хорошая база для проведения учебных занятий, практики. Не только травы и цветы. В дендрарии собраны также основные виды лекарственных и ядовитых растений. Редкие растения из Красной книги, деревья и кустарники. Студенты факультета здесь имеют возможность проводить опыты, делать на базе ботанического сада свои дипломные работы. Больше всего мне здесь нравится то, что преподаватели больше общаются с учениками, со студентами. Они как бы коммуницируют с нами не как с теми, кого нас надо учить, а как с людьми. То есть после занятия можно с ними остаться, поговорить. Не обязательно даже на тему предмета, но, например, где бы ты хотел работать? Вот я хочу где-то работать, я могу остаться с преподавателем и спросить, ну, на чистоту, а смогу ли я пойти туда или куда я смогу пойти работать? То есть все равно в этом возрасте, в котором я нахожусь, это, ну, важно. Это едва ли не самое важное в получении образования – знать, какие перспективы есть у той или иной специальности. Студенты сельскохозяйственной академии за свое будущее могут не волноваться. Ежегодно на базе вуза организуют ярмарку вакансий для учащихся выпускных курсов. Приезжают заинтересованные в квалифицированных кадрах руководители предприятий – крупных и не очень – из Ивановского и других регионов. Каждый старается предложить условия как можно лучше, ведь выбор за специалистом. Как правило, вакансия по вкусу находится для каждого. Выпускники Ивановской государственной сельскохозяйственной академии пользуются очень высоким спросом, особенно близлежащих областей. В пределах 70% наши ребята-выпускники работают по своим специальностям. Перспективы есть не только после окончания вуза. Еще на этапе учебы наиболее талантливые студенты получают возможность отправиться на практику по программе ЛОГО в страны Евросоюза. Об этой программе нам говорят при поступлении, говорят на занятиях языковых, то есть будь то немецкий язык, и на английском языке тоже об этой практике говорят. Послушала других практикантов, которые уже были на этой практике, заинтересовалась, думаю, почему я не могу, я могу. Вот, прошла все экзамены вступительные и поехала на практику. Катя провела в одном из хозяйств в Германии полгода. Работала ассистентом ветеринарного врача. Девушка проявила себя так хорошо, что ей предложили постоянную работу после окончания вуза. Сейчас студентка всерьез обдумывает это предложение. Сейчас я занимаюсь изучением языка. Вот, планирую туда, ну, после своей практики я уже туда несколько раз съездила, уже просто как гость. Тоже познакомилась уже вообще с другим производством. То есть я была в свиноводческом, так скажем, комплексе. Вот, познакомилась там, но корова мне как-то роднее. В отличие от Кати, Максим только готовится к отъезду в Германию. Его практика будет проходить на том же предприятии. Только работать будущему инженеру предстоит не с животными, а с техникой. С самой передовой техникой Европы. Практика и общение с техникой у меня происходило. У нас практика была в хозяйствах, вот, поэтому можно сказать, что я в своих силах, я в своей сфере деятельности, я уверен. Я не рассчитываю закрепиться там, я хочу вернуться и развивать сельское хозяйство в России. Тем более полей непаханных, я уже как говорил, больше 1 000 000 гектар. И можно раскрутиться и здесь нормально. Главное – финансирование. Финансирование действительно главное. Но в наше время после майских указов президента в эпоху санкций и развития агробизнеса с этим проблем не возникает. Последние годы стали для этого направления промышленности поистине золотыми. Есть предубеждение по поводу работы в сельском хозяйстве, что это работа грязная, сложная, трудная, малооплачиваемая. И эта картина кардинально поменялась за последние годы. Современные предприятия платят очень хорошую зарплату, дают социальные блага, и человек живет в сельской местности, да, пользуется, собственно, всеми благами цивилизации, при этом хорошо зарабатывает и чувствует себя достаточно уверенно. Именно сегодняшний студент, а значит и будущий специалист, и есть организатор производства сельскохозяйственной продукции на селе, источник нововведений, а значит его дальнейшего процветания. Для тех, кто видит перспективы, кто понимает, что эта сфера была, есть и будет приоритетной, кто готов развиваться и развивать сельское хозяйство. Двери Ивановской государственной сельскохозяйственной академии открыты.